должен был дать показания как свидетель по делу второй басарайской группы. Сейчас проходит заседание в Ростовском окружном суде по этим ребятам. Ну, адвокаты подали ходатайство о нашем выступлении. Мы прождали приличное, немалое время в суде. Потом вышел пристав, сказал, что ходатайство адвокатов отклонено. И ребят, которые сейчас под судом рассматривают их дело, я знаю, в принципе, всех, но одних в лицо, одних больше. Лучше всех я там знаю, это Салиева Сирана, знаю Севера Мустафаева, знаю того же Марлена. С Сираном еще был знаком, я знал хорошую его мать. Я являюсь координатором Крымской контактной группы по правам человека, и я выезжал часто на эти вот аресты, задержания, облавы, обыски. И вот он частенько в тех местах бывал. И мне удобно было его присутствие, если даже я мог думать, что он не уверен был, что он будет, я просил, чтобы он там был. Силы так называемого правопорядка, они часто провоцировали конфликт, а там, где Сиран, я знал, что конфликта может не быть, и будут все порядки. Вот. Сергей Мустафаев тоже, он достаточно активный парень, очень отзывчивый. Я знаю, что он навещал семьи арестованных, как-то пытался им помочь, чем мог, и это у него получалось. Марлен Асанов, он же был, хозяином Салачха. Я там бывал часто и замечал такое, когда люди сначала приезжают туда просто, скажем, там покушать, а потом приезжали из-за того, чтобы с ним пообщаться, потому что был очень привлекательный, и он притягивал к себе людей. В общем-то, все человеколюбивые, очень добродушные, отзывчивые люди. Поэтому та статья, с которой им инкриминируется, понятно, это не то чтобы заказ, заказ, госзаказ. Вот, статистика делается. Якобы вот там Россия борется с терроризмом. Вот, хотя часто у нее самой проявляются признаки этого же терроризма. Мы поэтому, в общем-то, думаем, что это дело надуманное, статьи надуманные, они и все остальные, кто по этой статье идут,